В ніч з 21 на 22 травня російські терористичні війська здійснили артилерійські обстріли Авдіївки. Внаслідок нього є мирні мешканці, які зазнали поранень, чимало будинків зруйновані. Власниця цього будинку не тільки лишилася без даху над головою, а й отримала серйозні ушкодження. Ну, здесь мы видим четко, что работала артиллерийская батарея. Там 6 орудий, получается, в ней находится. Вот они раз, два, три, четыре, там пять, шесть. Вот они как раз в ряд так ложатся. Вот. Там дальше, если хотите, можем пройти просмотреть. На вот эту вот всю территорию по улице легло 240 снарядов. То есть, сами понимаете, что это количество огромное. У людей убытки серьезные очень. Ну, как бы, я не знаю, зачем стрелять по мирным жителям, такие провокации делать. Можно увидеть, что здесь такая, скажем, прямая линия, да? То есть огонь велся с той стороны, то есть со стороны Спартака. Вот. Здесь попало где-то в столб тоже. Вот, вот это здание попало, которое стоит неподалеку. Там два снаряда еще рядом лягло. В общем, серьезные такие разрушения. Одна женщина была ранена, вот сейчас она находится в одесской больнице. Такой кусочек, если прилетает, он и бронежилет перерезает, и человека, и вылетает с другой стороны бронежилета. Он острый очень даже. Вот если посмотреть на углы, видите, вот он очень острый. Если он так будет лететь, то вот отсюда будут очень видно. Много повреждений. Скорее всего, самоходная артиллерийская остановка. Стреляла? Вот. Ну, все еще свежее, блин, только прилетело буквально 10 часов назад. Есть информация, что на той стороне приезжают курсанты артиллерийских училищ из Российской Федерации и проводят практичные стрельбы. Днем фиксируется все. Днем ОБСЕ стоит, а ночью в 8 часов она уезжает. И все. Все приходят со Спартака и с Вольво-центра. Все приходят. Mm-hmm. Як чуєте, сейчас до сих пор бій йде. А це що гримить? Это мінометы їхні роботи. Промзона. Промзона. По промзоні работают мінометы 20-мм. Началось в 10:28, а закончилось без 15:03 ночи. Вот. Было очень страшно. Бомбили сильно. Очень страшно. Это огород моих соседей, вот это где попало. У нас попало больше на дом, остались без стекол. И соседский тоже, вот, получилось на меже между мной и соседями, тоже и воронка. Вот попала, что выбила все стекла, повыбивала все, мы остались без стекол. Ну, прятались мы в доме, мы были в доме, потому что у нас был маленький ребенок, выйти в подвал мы не смогли, не успели. Пришлось накрывать ребенка, пришлось прятаться самим, только так, а по-другому никак. Выйти на улицу мы не могли, потому что очень массированный был обстрел. Очень массированно. Как этот обстрел за 2 года не было. Не было ни разу такого. Были обстрелы, но такого страшного, как в этот раз, не было. Чтоб 5 часов подряд гатили, такого не было. Эта ночь была, да. Зла не хватает. Миша просто... Вон да, труба была, подняла вообще, шифру, куска нет. Спереди там вообще все кирпичи были. Вон же тут все, вон вверху шутит, там тоже сбит. Вот за какой хрен я его буду менять? Я что, у меня мана небесная платит? Я кредит платила 3 года, чтобы поставить эти окна. А сейчас что? У нас работа есть, у меня муж пенсионер, мы живем на одну пенсию. Ползалы по-пластунски, по своей хате. Хата без вікон, стіну обвалила. Бамина упала, прям ударила в забор, 2 пролета вынесла забора. Ну, в общем,
таке. А ми були спочатку в підвалі, а потім нам показалося, що це вже все закінчується. І в підвалі сиро і холодно. Ми вирішили, що вже можна зайти, трошки погрітися, полежати у хаті. Коротше, тільки лягли і почалося по новій. Це все. Попадання прямо рядом там із домом. Ну, в общем, біля забору, коротше, впав снаряд. Не жалкували. Тут вони лягли щільно. Так, снарядів не жалкували, це точно. Після одного пострілу зразу падало 3-4 снаряда. Чуть було, що залп один і зразу падає 3-4 снаряди. Причому такі снаряди, що земля гуділа, вікна випадали. Ну, в общем, тихий ужас. Ми не знаємо, що це. Ну, саме обідне мені, як громадянки України, що нас тупо обстрілюють по 3 години, а їх в ответ не можуть отак от зарядити хорошо з якої-небудь артилерії. І щоб вони замовкли. Скільки можна це вже, щоб все це так продовжалося? Я вважаю, що це тупа війна. Слава Україні! Поняли? Героям слава! Я сподіваюся, що це закінчиться скоро. Не з літальним ісходом для нас. Ми, не знаю, я ж кажу, що я молитви, які, навіть як фельдшер особо не вчила, їх, ну, вже вивчила і молилася сьогодні і святому Миколаю. Думаю, Миколаїв на Господи, дай до утра дожити, святий Миколай, щоб не померти тут.